спортивные костюмы врываются в нашу жизнь и уже перестают быть просто спортивными. Это действительно какой-то особенный стиль, который дарит нам по ощущению такую мощную энергетику, да, Лен? Ты знаешь, я для себя в обычной жизни обожаю выбирать такие комплекты, стиль спортшик, как-то я с ним прям рассроднилась и расставаться не намерена. Это одна из самых модных тенденций в этом году, и стала она популярной благодаря прошлому году, когда мода перешла уже на сторону практичности и, в первую очередь, удобства. Здесь мы сразу видим готовый образ, удлиненная куртка в комбинации с брюками. Но также это еще и возможность носить как куртку, так и брюки по отдельности. Обратите внимание, сколько здесь деталей дарят нам дизайнеры бренда Freya Collection. И металлический капюшон с внутренней стороны, репсовые ленты, которые светятся в темноте. Ура! Наташа, можешь себе представить? Лампасы, за счет которых наши ноги бесконечно длинные. И это не только костюм для того, чтобы проводить активно свое время, свободное от работы, он еще и тело расслабит, потому что соткан на базе натуральной мягкой вискозы. И посмотрите, какие у нас расцветки сегодня, интересные, вкусные. На тебе цвет оливковый. Знаешь, я впервые сегодня изменила синему цвету и выбрала для себя оливковый. Люблю пробовать что-то новое. Тебе очень идет. Спасибо. Пудровый цвет также у нас представлен. И не забывайте, у нас два изделия с вами. Ветровка вот такая, да, трикотажная, и брючки к ней в комплекте. Пудровый цвет. Далее у нас есть вишневый цвет. Это такая яркая вишенка, еще, мне кажется, даже не совсем созревшая. Согласна. Да? Для тех, кто любит такие более, знаете, уже красные оттенки, к ним приглядитесь. Далее есть еще синий цвет. Посмотрите, это мой фаворит. Я такой цвет обожаю, но, к сожалению, моего размера для демонстрации не было. Посмотрите, какой он насыщенный. Сразу настроение поднимается. И классика жанра – это черный цвет. Он у нас сегодня тоже для вас представлен. Ну и не забывай, что у нас есть еще бордовый цвет. Вот давай его, кстати, покажем вместе с вишневым, да, чтобы понимали разницу оттенков. Вот, вишневый у меня в руках, он более яркий, а бордовый у меня. У Лены. Ты, кстати, сегодня тоже пришла в таком формате костюма, да, и, конечно же, выглядела очень стильно. У нас с вами костюм Беверли был специальным предложением дня 16 апреля, и я хочу сказать, что более 4000 покупательниц выбрали его в качестве своей покупки, но тогда у нас была другая цена, была выше цена почти на 600 рублей. Сегодня цена снижена, цена только сегодня 1999 рублей, но это еще не все. Это эксклюзив телеканала Shop & Show, который можно приобрести только у нас. И сегодня, Лен, как приятно, мы костюм Беверли представляем в новых расцветках, то есть до этого у нас цвета были другие. Вот чувствуешь, как динамично работает бренд Freya Collection, не только раскрашивая новой палитрой этот комплект, но и также продумывая лекала, для того, чтобы каждой моднице, которая сейчас нас смотрит, было максимально легко определиться с размером. Сразу отмечу, здесь у нас два изделия, и куртка, и брюки. При выборе размера отталкивайтесь от своего большего. Вот Дарья, кстати, представительница нижнего типа фигуры, у нее по бедру 54, выбрали именно в 54-м размере костюм Беверли. Если нет перепада между плечом и бедром, берем четко размер в размер. Отлично, до 60-го у нас размерная линейка еще пока есть в наличии. Это первый эфир моды на сегодня, и это первое появление костюма Беверли в новых расцветках. Эксклюзив, который идет сегодня по цене 1999 рублей. Это два изделия, верх и низ по одной цене. Лен, я вот помню еще времена, когда спортивный костюм был таким, знаешь, для спорта, да, и, конечно же, он не был таким эффектным, он выполнял чисто функцию спортивную. Здесь у нас, я так понимаю, уже совсем другая история. Ты знаешь, здесь у нас история, которая под названием спортшик надежно закрепилась уже в модной индустрии. То есть подобные костюмы, они уже давным-давно вышли за пределы спортзала и прочно закрепились в нашей повседневной жизни. Это настолько динамичный тренд, который транслируют ежегодно голливудские звезды. Посмотрите, Селена Гомес, Хлоя Кардашьян, представительница семейства Кардашьян, она просто на повседневной основе выбирает для себя подобные костюмы. И обратите внимание, лампасы везде проходят красной нитью. Это яркий маркер визуальной коррекции. Причем сделаны лампасы с помощью репсовой ленты. Они отражают именно спортивный вектор, потому что лампасы — это всегда динамика, движение. При этом, посмотрите, куртка
У нас еще идет удлиненная, причем еще какой бонус, если вдруг какой-то, не знаю, пронизывающий ветер, вы подтягиваете кулиски и формируете такую конструкцию кокона для того, чтобы изолировать свое тело от проникновения холодного воздуха. Далее, репсовые ленты, слово fashion, чтобы все вокруг знали, что вы истинная модница и легко транслируете тренды. Далее, два кармана, вот я сегодня особое внимание этому уделила, я прям не могу без телефона, как он прекрасно поместился у меня в этот кармашек и как раз всегда в буквальном смысле под рукой. Ну и капюшон здесь тоже заслуживает внимания, посмотрите, он с внутренней стороны обработан именно таким серебристым полотном, это опять же олицетворение тренда 21 года, такого легкого металлика в одежде, дизайнерские вещи, их всегда хочется рассматривать благодаря обилию деталей. Ну и смотри, такой капюшон еще изнутри подсвечивать лицо будет, да, когда мы капюшон надеваем на голову, да, защищая прическу, еще и подсвечиваем лицо. Смотрите, у нас два изделия, это готовый костюм, готовый образ, носим вот так, как нам его Даша наша демонстрирует, да, и Лена наша Цветкова целиком, 1999, сразу же с вами практичные хозяюшки делим пополам цену, потому что два изделия у нас, и получается, что у нас верх идет по цене менее 1000 рублей, и второе предложение, брючки наши тоже менее 1000 рублей стоимость. А можем мы носить не только костюмом, верно? Ты знаешь, во-первых, я как стилист хочу отметить, что действительно в обычном магазине подобные костюмы стоят просто бешеных денег. По такой приятной цене универсальный комплект, который можно носить как единым ансамблем, так и легко разбить и носить по отдельности. Кстати, несколько вариантов, как можно распарить комплект, можно наблюдать на нашем подиуме. Я вот тебе скажу, что у меня есть спортивный костюм, а он, к сожалению, очень быстро вытягивается. То есть где-то присел, наклонился, все, уже колени вытянуты. Здесь такая история будет повторяться, нет? Смотри, здесь у нас костюм соткан на базе натуральной вискозы. Посмотрите, куртка, планочка дополнительная проложена, проклеена еще и клеевой для того, чтобы форму держало изделие. За вискозу очень легко ухаживать с помощью деликатного режима стирки. Ни цвет, ни форма не потеряется. Отлично, у нас 6 вариантов цвета. Оливковый, розовый, вишневый, бордовый, синий, черный. Успевайте забрать до 60-го размера, и цена 1999 рублей.